Приветствую всех в Моровинде, с вами снова Роман. И видео, в котором я покажу, как довольно-таки простым способом можно зарабатывать довольно-таки неплохие деньги. Нахожусь я сейчас в Вандерфелле, в местечке под названием Альтрун. На глобальной карте это находится вот здесь, вот на западе материка. Дорожное святилище Альтруна. И вот здесь вот расположен лагерь так называемых эшлендеров. Здесь можно взять два ежедневных задания. Первое задание берется вот в этом шатре. Ежедневки здесь будут доступны после того, как вы выполните цепочку заданий сюжетных по Альтруну. После этого эти ежедневки будут доступны. И вторая задача выдается вот в этом шатре женщиной под названием Нумани Раси. Берем у нее это задание, это ежедневное задание, помощь ей требуется. Святилище стало прибежищем для изгнанных эшлендеров. Нужно добыть реликвии. Задание реликвий Асур на Биташпи. Добыть 8 штучек этих самых реликвий. Находится это... Давайте посмотрим, где. Находится это на севере. Вот в этом месте бродят мобы, убивая которых, выпадут вот эти самые реликвии. На чем основан заработок, ребята, вы увидите в конце. Давайте засечем время, за которое мне удастся заработать то, что я в дальнейшем продам. Ну, скажу сразу, даются здесь в качестве награды такие штучки, открывая которые, с большей долей вероятности выпадают мотивы Мурактонг стоимостью по 10 тысяч штучка и выше. И вот на продаже их можно зарабатывать. Задание выполняется в течение 10 минут. Получаете этот мотив, продаете за 10 тысяч. Таким образом, за 10 минут 10 тысяч зарабатываете. Ну, давайте посмотрим. Вот в нижней части у меня, видите, показано время. 14:50 сейчас. Начинаем выполнять задание. И посмотрим, сколько времени уйдет. Обычно за 10 минут я укладываюсь. Но это еще, примите во внимание, мой низкий уровень. Если вы играете давно, то вам убить мобов будет в разы проще, чем мне. Соответственно, вы это задание выполните даже, наверное, минут за 5. Ну, мне требуется 10 минут. Ну, вот 14:51. Одна минута прошла. Бежим до места, где бродят мобы. С них будем выбивать эти самые реликвии. Вы скажете, ну, хорошо, но получается можно выполнять одно задание, ну, там вот два задания раз в день. То есть это не так, что вы каждые 10 минут будете фармить эти рецепты, эти мотивы, продавать их по 10 тысяч. Нет, один раз в день всего лишь. Вот это самое место. Здесь какие-то руины, развалины. И вот здесь вот мы будем убивать мобов и выбивать с них реликвии. Ну, попутно еще можно пособирать ресурсы. Так, ну мы время терять не будем, начинаем. Так, с этой ничего не выпало. Эти трое. Let's go.
Так. Вот самая реликвия, видите. Первая. Вторая. Ну и тут Миша загрыз этого изгнанника. Третья. Три реликвии собрали. Хорошо, идем дальше. Так, этого Миша мой разберет. Еще один лучник. Так, лутаем. С этого не выпал. С этого выпало. Ну вот, половину уже собрали. Остается еще 4 штуки. Так, там одного Миша-то загрыз. Есть реликвия. Так, ну и здесь тоже, наверное, есть реликвия. Остается еще 2 штучки. 2 реликвии. Есть реликвия. Так, еще одна реликвия. Тут вот еще сундук. По идее, должен быть. Да, вот он. Но ничего ценного особо не выпало. Так, добиваем последних. Осталось совсем чуть-чуть. Так, все, готово. Так, можно возвращаться. Сдавать это задание. Так, возвращаемся в Вальдрун. Ну вот, прошло 6 минут, ребята, с того момента, как я взял задание, видите? Как я и говорил, в 10 минут я укладываюсь. Ну, у кого ДПС-то побольше моего, уложитесь еще быстрее. Там этих мобов раза в 3-4 быстрее моего убьете. Так, сдаем задание и надеемся на то, что выпадет мотив. На его основе и основан наш заработок. Вот такая вот награда от Ушилаку. Ну, тут еще опыт, конечно, дается. Он, видите, 5300. Но заработок основан вот на этой вот награде. Открываем ее. Вот. И получаем мотив. Видите, как я и говорил. Мотив. В данном случае выпали сапоги Эшлендеров. И вот его стоимость. От 8300 до 10400. Ну, я скажу, что у меня эти мотивы уходят по 9500. Вот я выставляю 9800. Все взял.
Ну вот на все про все, ребята, ушло сколько? 8 минут, да? 8 минут. А вы скажете, а тут еще есть задание. Тоже можно получить награду и тоже можно получить мотив. Но я вам скажу по своему опыту, что я выполнял вот это вот задание, вот у этого мужика. И мне ни разу мотивы не выпадали. То есть все мотивы я получал вон от той вот самой женщины. От этого мужика мотивы мне не выпадали. Ну, попробуйте, может вам повезет. Я обычно у него задания не беру, а беру вот у той самой тетки. Вот так вот, ребята, за 10 минут 10 тысяч. Ну, вы скажете, Роман, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, ты же еще его не продал. Ну, поверьте мне на слово, по 9500 минимум у меня эти мотивы уходят. Да, и еще тоже вы скажете, ну, они не всегда выпадают. По своему опыту, по статистике скажу, что процент выпадения этих мотивов около 80%. Из 10 заданий в 8 случаях мне мотивы выпадают. Вот на этом вот основан этот самый заработок. 10 тысяч, ну, чуть меньше, за 10 минут. Даже меньше, чем за 10 минут. Все, спасибо за внимание. С вами был Роман. Увидимся.